Будуев в тройке лидеров. Правящая партия утвердила партийные списки на сентябрьские выборы в Госдуму. Напомню, накануне КПРФ также определились со своими кандидатами. Бурятские коммунисты заняли 2-е, 7-е и 10-е места в региональном списке. Кто же будет представлять республику от «Единой России»? Кандидатом по одномандатному округу утвержден министр образования и науки Алдар Дамдинов. Что касается партийного списка, в отличие от КПРФ, партия власти объединила Бурятию с Иркутской областью и Забайкальем. Таким образом, как и предполагалось, отряд единороссов возглавил депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон. Вторым идет народный фронтовик из Иркутской области Николай Николаев. И замыкая тройку лидеров, наш Николай Будуев. Третий в межрегиональном списке. Вполне неплохо, при том, что он не является членом Единой России. Депутат Улан-Удэнского горсовета обогнал первого замдиректора подразделения Росатома в Забайкалье Виктора Светецкого и аксакала Иркутской гордумы, действующего зампреда Александра Ханхалаева. Остальные бурятские единороссы также заняли 7-е и 10-е места в списке. К слову, эти цифры стали довольно символичными для выдвиженцев от нашей республики. Таким образом, депутаты Народного Хурала Баир Даржиев и Баир Циренов-старший и распределились по шкале кандидатов в депутаты Госдумы от правящей партии.